Сухе повітря, опалення, кондиціонери. Недостатнє зволоження слизової носа порушує захист організму від інфекцій. Особливо у сезон простудних захворювань. Ізогідронік – гель з гіалуроном для зволоження слизової носа, для захисту від вірусів, бактерій та алергенів. Ізогідронік – безпечний для дітей з 6 місяців та вагітних. Друзі, ми продовжуємо. Надалі хочемо поговорити про дуже сучасну і актуальну тему – жіночі вагони. Я думаю, ви про це чули, правильно? А можливо, навіть хтось вже і їздив такими вагонами. Є такі в залі в нас? Супер. Ви знаєте, що цікаво, що і деякі чоловіки зараз піднімають руки. Ви знаєте, цікаво, після введення жіночих вагонів чоловіки вимагають зробити ще й окремі вагони для тещ. І бажано з решітками на дверях та вікнах. Ну, на нашу думку, після такого створення жіночих вагонів, наступним кроком «Укрзалізниці» буде створення в таких потягах і манікюрних вагонів, і спа-вагонів. Бо більше в таких вагонах жінкам нічим зайнятися. Але чи справді так все ідеально в жіночих вагонах, дізнаємось просто зараз, під ваші оплески. Дівчата, нарешті це сталося! Нарешті є жіночий вагон! Без цих бридких чоловіків одні дівчата! Вісімнадцяте тут? Тут! Але це краще, аніж з чоловіками. Глуха, напевно. 18-те тут! Тут! Верхнє. Добре. Я на нижньому поїду. Нижнє місце моє. Ну, невже ж ти не поміняєшся зі старенькою, немічною бабусею? Ні. Дякую. Тобто ні. Вперше чую таке. Хлопці завжди міняються. А тут хлопців немає. Отже, я буду їхати на своєму місці. Ага. Ну, їдь. Так, треба поділитися своїми враженнями з підписниками. А я поки що сумку наверх поставлю. Привіт, мої хороші! Я зараз у жіночому купе. Це такий кайф! Ой! Вибач, доню, я не хотіла, ненавісно. Ручки слабі. Нічого. Але, дівчата, найголовніше, що чоловіки тут не потрібні. Ой! Вибач, доню, не хотіла. А я не навмісна. Добре, я потім запишу. Ну, хай сумка стоїть, хай стоїть. А бабуся наверх полізе. Що робити? Бабуся наверх. Ой! Вибач, доню, не хотіла. Ой, впала. І тебе ледь не забила. А якщо б я на нижньому була, я б не падала. А я потерплю. Добре. Кобила. Нічого, я з своєю ставною щелепою і не такі міцні горішки розколювала. Женя, ну не треба було мене до самого купе проводжати. Я мав переконатися, що в цьому купе не їдуть ніякі чоловіки. Взагалі-то, єдиний чоловік, який тут є, це ви. І ви не маєте права тут знаходитися. От бачиш, все в порядку. Тут лише бабуся і... Кобила. І кобила. Ой,
Вибачте, я мала на увазі чудова дівчина. Це звичайний жіночий вагон, тож можеш і ти. Нічого, я четвертого пасажира зачекаю. Всім привіт. Я Микола, поїдемо разом. Що кажеш? Лише жінки їдуть, га? Все, ти нікуди не їдеш, пішли додому. Чекай, шановний, ви що не бачите? Тут жінки. Пардоньте, за милих дам. Ні, шановний, я мав на увазі, тут лише жінки. Ага, а оцей? Сам ти цей. Додому пішли. Взагалі-то вона мала на увазі, що тут жіночий вагон. Як жіночий вагон? Йосип-босий. Оце я попав, мені кабзда. Коля! Коля, ірод! Ти придурок, а? А нічого, що ти квитки переплутав. Ти посадив мене у повний вагон хтивих, спітнілих, підбуханих чоловіків. Коля, та вони мене поглядом роздягнули. Два рази. Всю. Та їм би всієї дороги не вистачило б тебе повністю роздягнути, цибулька ти моя. Значить так, Віка, в той вагон не ходи. Взагалі з купе нікуди не виходь. Ляг одягнена і лежи. Добре, коханий. Все, я перепрошую, піду у свій вагон. Стояти. Що в руці? Валіза. Коля. Сік виноградний, витриманий. І щоб ні каплі в рот до кінця поїздки. Якщо я з тобою не поруч, це не означає, що я тебе не контролюю. Поняв? Поняв. Жіночка, ви не підкажете, де вагон-ресторан? Коля, приб'ю! Проважаючи, виходимо з вагона. Так, все, мала, я пішов. Так, з купе не виходь. Дзвони мені кожні 5 хвилин. Ага. Ти взяла мої подарунки на день народження? Ой, я забула. Забула, тому я взяв. Ось твій улюблений електрошокер. Газовий балончик. І ось це ще. Про всяк випадок. Люблю тебе. Який ще всяк випадок? Зараз дізнаємось. Що, де він? Цілував? Мацав? Женя, все в порядку, це бабуся дуркує. Хлопчик, то раз уж ти повернувся, підсади бабусю на верхню. Я ось так от стану, а ти своєю міцною рукою так... Ой, ось так штовхай, ай, ай! Проважаючи, виходимо з вагона! Вибачте, бабусю, треба бігти. До бабки не підходь, вона шибанута. Дзвони мені! Так, коханий. Який турботливий чоловік. До мене колись в потязі вже приставав чоловік. Що, серйозно? От кабеліна! От таким кабелям треба там все відрізати. Так це якраз був Женя. Тож тепер ми живемо разом. Але він переживає, що на мене якось не так потяг впливає. І що коли він піде, я тут буду з кимось чучух. Якась у нього ревність поїзданута. Ні, він взагалі не ревнивий. Господі! Що там? Ну, може, трішечки і ревнивий. Так, коханий, все нормально. Чоловіків тут немає. І я тебе кохаю. Я сильніше. Ні, я сильніше. Добре, ти сильніше. Рушаємо! Бувай, коханий! Ой! Ого! Якщо він і в ліжку такий вітривалий, навіщо ти взагалі з дому виходила, дурепа? Женя! Обережніше, Женя! Походу, перон закінчився. Біжить.
дівчата, все ж таки у жіночому вагоні дуже круто. Тільки нудно. Це ж без чоловіків і бійки ніякої не буде. Ну, не знаю. Я б за нижнє місце з кимось поборолась. У кого нижня, окрім у цієї кобили? У мене верхня. Бабуля слабка, на верхню не залізе. Мене верхня не витримає. Я на вас впаду і розчавлю. І буде... Тож на верхню ви полізете. Не полізу. Полізете. Не полізу. А я вас туди закину. Надірвешся. А мені що, вперше мішок з навозом кидати? Зверху і злізу вночі придушу. Це добре, добре, я поміняюся. Куди ти лізеш, кобила? Тьфу, таку гарну сварку зіпсувала. Ну, не хочете мінятися? Не треба. Фу, кобила. Ну і чим ще в такому вагоні займатися? Дівчата, не дивлячись ні на що, головне, що тут немає чоловіків. Тут нічого не смердить. Так, ану, дівчатка, налітайте. Крав'яночка, цибулька, так, курочка, ой. Біляшик вокзальний. Фу! Господи, як воно смердить. Будь ласка, давайте відкриємо вікно. А зазвичай це чоловіки роблять. Угу. Чоловіки, чоловік. Зазвичай це я роблю. Зараз ми все відкриємо. Ой, а ну йди сюди. Я все-таки відкрию. Не треба. А то, поки вона відкриє, нам з її форточки так надує, задихнемося. Ой-ой-ой, а що це було? Курка здохла. Будеш? Фу! Це ж надо, який духан, а? Аж їсти перехотілося. Я, наверное, її лишу, хай вона за ніч виветриться, да? Ну що, Галерка, по шконкам, да? У мене режим, давайте, мені спать треба. Ой. Хе-хей, дівчата, як класно в жіночому купе. Тут немає тих чоловіків, і вони, мабуть, там в своєму вагоні хроплять. Моргають. І пердять. Фу. Квиточки готуємо. А! Фу. Дівчата. Ой. Та ви ж дівчата. Ой. О, вам не соромно? Який духан. Я, мабуть, відкрию форточку. Не треба. Господи, мені на секундочку захотілося просто в звичайний вагон. А там зараз хорошо. Мужики бухають, до баб пристають, а ми з вами як дури тут. О. Дівчата, то може по 50 конячку? А, ну? А чого пошепки? Якщо Коля мій почує, він з іншого вагона сюди прибіжить. Ну, дякую, я не буду, бо я дуже хочу в туалет. У мене тиск. А у вас є просеко? Ну, не будеш, то не будеш. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Що ж, дівчатка, за нас? О, хорошо. А ти так швидко? Та-та-та, там така черга, я 23-я. Як так? Ну, у вагоні самі жінки, мабуть, всі одночасно захотіли, ну, як на концертах в антракті. Точно. А давай як на концерті в антракті, а?
Ну, по чуть-чуть. Ні, я краще водички. Блін, не можу відкрити. А зазвичай це чоловіки роблять. Чоловіки, чоловіки, нічого без них не можете. Дай сюди. Що не так? Це вода газована. Ой, іди сюди. Сильна газована вода. На здоров'я. Дівчата, вона взагалі не газована. Привіт, дівчатка. Ого! Нічого собі, духанчик. Ще гірше, ніж в загальному вагоні. Ой, я, мабуть, присяду, аж голова закружилася. Так, а ці квиточки давайте. Господи. Передай Доні. Тримайте. Ой, мамочки, нічого не бачу, очі ріже. Ну... А ми вже звикли. Ой, мамочки, так, чай хто буде? У мене все своє. Прокляла тебе вже. Я, вибачте, не буду, бо я дуже хочу в туалет. Ясно, засикам. Вибачте, а у вас є лате? Що? Лате. О, а я думала, ця фігня мені почулася. Лати у нас немає. У нас є чай. Макіато. Чай. Лавандовий раф. Гаф. Раф. Чай. Ромашковий. Чорний. Є ще зелений, але він чорний. Будеш те? Ох, господи, ладно, давайте ваш чай. Я не розумію, жіночий вагон, а немає жіночих напоїв. Це тільки по документах він жіночий. Все решта – то класика «Укрзалізниці». Я не знаю, як так вийшло, але я вже 30-та. А я буду чай. 3 скляночки. О, бабуля оптовічка. Які 3 скляночки, бабуся? Там, знаєте, така черга в туалет. Боюсь, поки ви з другої полиці злізете. А ти не бійся. Піді мною ось як кобила лежить. Хай вона боїться. Бабуля, одразу попереджаю, на постіль не дзюрити, бо вона ще не висохла після попередньої бабулі. Яка вийшла в фастові. Така в фастові нема зупинки. Отож. Так, ще раз, 3 чая і чай чи щось інше? А є щось інше? Так, коханий. Ні, все гаразд, їду. Так, їдемо, самі дівчата, чоловіків немає. Так, мене там зустрінуть. Ні, зустрінуть лише жінки. Потім ми сядемо в жіночий автобус. І поїдемо на екскурсію в жіночий монастир. Ні-ні-ні, гід і водій теж жінки. Чоловіків взагалі не буде. Це жіноче місто. Все, бувай, коханий, бо я дуже хочу спати. До речі, як спати? Треба ж матраці зняти. А це зазвичай чоловіки роблять. Ой, зазвичай, зазвичай, я все знімлю. Не треба! Та давайте, краще я. Давай. Краще ти, кобиле. Так, коханий. Так, саме їдемо з дівчатами. Ні, не треба мене зустрічати в Тернополі. О, вітаю, дамочки. І тут немає чоловічого голосу, ні. Ти вже в таксі, Женя, блін. Добрий вечір.
Ви знаєте, я майже не запізнився на потяг, застрибнув перший вагон, щоб побачив. Мій вагон десь там, чи там. Нічого не кажіть. Ах! Мужик! Це жіночий вагон! Геть збочинець! Стій, збочинець! Ходи сюди. Підсадиш бабусю на верхню. Я ось так ось стану, а ти своєю міцною рукою. Ай, 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 ай. Ні. Мені за правилами не можна бути в цьому вагоні. Ні, який ти збоченець. Ти Динамо. Так, дівчатка, ловіть матрац. Так, а що з бабусею? Спить. Як спить? А нащо тоді я матрац знімала? Так, три чая і спеціально для вас Black Tea. А що з бабулею? Літаючим матрасом накрило. Як? Я що, її вбила? Що значить вбила? А хто буде розраховуватись за три чая? Бабуля, хто до лікаря крайній? За мною будете! О, жива. Ой, добре. Так це не черга в лікарню. Якщо ви хочете в чергу, йдіть в туалет, там така черга. В туалет можете не займати, вже закрила на санітарну зону. Тобто, яка санітарна зона? Моя улюблена. 3 години. Водичка, водичка. Це моя пляшечка. Ой-ой-ой, кобила. Пожарко. Як класно, що тут немає чоловіків. Можна просто так переодягнутися. Ну, да. Ви що, мене переслідуєте? Ну, я ж не просто так зайшов. Я зайшов сказати, що мій другий вагон не там. Він, мабуть, там. А тут не другий. Тут десь третій. Або третій з половиною. А, мужик! Це жіночий вагон, що ви тут робите? Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Він не збоченець, він садомазо. Всі чоловіки, вони всі однакові. От розкажу вам історію. Нещодавно їхала у купе з чоловіком. Ну, було жарко, ну, прийшов час вже переодягатися, я так, кладу речі. Ну, типу, він побачив, що я хочу переодягнутися, там вийде або відвернеться. Сидить, дивиться. Я така, ну добре, там, типу, знімаю кофточку. Сидить, дивиться. Ну, я знімаю футболку. Сидить, дивиться. Ну, тут же я пішла на принцип. Я знімаю лівчик, а він що? Дивиться. Ай-яй-яй. Ну, тут же я психанула. Стою і така кажу, а ми вам тут не заважаємо. То я вже і після дізналася, що він сліпий. Але це виняток. От усім чоловікам завжди потрібно лише одне – переспати. Не всім. І не завжди. Дівчата, жіночий вагон – це чудово, а от жіночі міжвагоні – це ще прекрасніше. Все, я можу спати. Так, я теж спати. Давай, біла, отсюда. І я спати. Гашу світло! Ага. А я ще трохи посиджу. От скажи, кобилка. Ти от така молода, така красива. Напевно, хлопці навколо тебе так і в'ються, так? Так.
Так. Mm. А ти, напевно, нікому не той во. Ні, не той во. Так, так. Я ось така сама була. Нікому. Ой, кобилка, як ти про це потім пошкодуєш? Ой, як пошкодуєш! Але буде вже пізно. О, Господи! Я на верхню! Дякую, кобилка! Так би я одразу. О, ну, хоч постіль заработала. Йу! Міша, Коля, Вася! Збоченець! Де збоченець? Я не збоченець, я Вікін чоловік. Женя, ти? Так, що там вже розбилося? Все нормально, це просто бабуся з другої полиці впала. Фу ти, зараза, замотайте її в постіль та викиньте. Женя, а як ти тут? Чого ти? Я мав переконати, що тут не їдуть інші чоловіки. А якщо б тут були інші чоловіки, ми би їх повбивали. Вірю. А точно пляшку поставиш, якщо допоможу серенаду заспівати? Зуб даю. А, ти хоч пам'ятаєш, як вона виглядає? Ой, слухай, мене дупочка така супер, і попереду вона така суперська, а обличчя я не запам'ятав. Ну, поїхали. Да. Ніч яка місячна, зоряна ясная. Видно, хоч голки збирай, вийди, коханая. Коля! Що ти тут робиш? Юля? Ти заграєш до моєї жінки? О! Та ні! Я ж кажу, у мені така дупочка, а не такий пердак! Коля! А, та ну! Ти нормальний, та взагалі хто таку захоче? А! Та мовчу я, блін! Та ні, в мене така, вона гарна така, білявочка, мабуть. Це вона. А у вас обличчя теж є. Так що тут відбувається? Що тут в жіночому вагоні роблять Іва Бобул і Павло Зібров? Ви з якого вагона? З другого. Проти дуйте туди. Ти що тут робиш без квитка? А ну, як заліз, так і вистрибуй з потяга. А ви, курки, через 5 секунд, щоб вже всі спали. Кожного дня одне й те саме. Мужики в цьому женському вагоні. Ну, так, я піду. Але ж ви знаєте, я подумав, а ми ж могли б обмінятися телефонами. Ну так, а потім десь зустрітися в затишному кафе, поспілкуватися. Я певно, у нас багато чого спільного. А потім, знаєте, як справжній чоловік зробив би вам подарунок, не знаю, каблучку якусь таку з квітами. А потім ми б разом, я не знаю, поїхали б на море. А ви знаєте, а потім я б отак вирішив, став би на одне коліно і зробив би вам пропозицію руки та серця. Ну що, ви погоджуєтесь? Ну, звичайно, ні. Це було максимально тупо, но зато в тебе є принципи. Я без каблучки згодна. Стійте, шановний. Ну, а чому б вам не спробувати? Ну, дійсно, я ж зустріла своє кохання у потязі. Кого ти ще у потязі зустріла? Та тебе, Женя. А ви, жіночка, ну що ви кричите на свого? Нехай заходить, нехай пограє нам щось. А ви, бабуся, ну, скільки вам ще залишилось? Коли ви ще таке побачите?
кобила. Слухайте, а мала ж діло каже. Так що, може, ну, не знаю, посидимо разом? Що, правда? Нормально вони придумали з тіма жіночими вагонами, але, судячи по скільки тут чоловіків, щось вони не додумали. Виявляється, справа не в вагонах, а в людях. В їхньому ставленні один до одного і в їхньому вихованні. Так хто там надзюрив між вагонами, а? Я не там, я там. Так, а ну взяла гачірку і давай прибирай. Не диви на неї, засика, а? Сейчас расскажу тебе страшную тайну. Тайна случилась со мною недавно. Страшное произошло преступление. Я до сих пор под впечатлением. Это случилось в купейном вагоне. На перегоне Казань-Житомир. Я не могу уже больше держаться. И расскажу, как пытались меня домогаться. На станции Фастов зашла я в вагон. Открыла купе, а там сидит он. Мужчина один в вагоне купейном. И визуально похож на Вайнштейна. Да. Пахнет парфюмом, одетый красиво. А на столе нет ни водки, ни пива. Значит, не в планах его напиваться. И я поняла, этот будет меня домогаться. Лежит, задремал и во сне улыбается. Снится ему, как меня домогается. Тихонько вошла, вещи все разложила. Маньяка случайно ногой разбудила. И сразу сказала, что я не такая. Пусть и не думает, и не мечтает. От слов этих гад этот начал смеяться. Готовился, видно, меня домогаться. Я планы коварные вмиг поняла, но виду, конечно же, не подала. Встала, смотрю на него, опасаюсь. И так осторожно переодеваюсь. Смотрю, а он книгой лицо прикрывает. Что-то коварное гад замышляет. Чтобы до мыслей его докопаться, решила раздеться и не одеваться. Прям совсем? А чё тут стесняться? Все равно же уже будет меня домогаться. А, ну да. Да. Чувствую, Вигусь, маньяк на пределе. Пальцы на книге аж побелели. Думаю, крепкий попался маньяк. Для самозащиты достала коньяк. Раз уже будет сейчас преступление, то лучше защиты нет, чем нападения. Резко я книгу его забираю и за знакомство ему предлагаю. Вот это ты смелая. Ага. Маньяк попервой отказаться пытался, но я сняла лифчик, и он сразу сдался. Выпил немного и снова за книгу. Жуткий маньяк. Да, почти как Калигула. Над жертвою крепко держит он власть. А жертва уже, ну, прям извелась. Сколько же будет он издеваться, а? Когда уж начнет он меня домогаться? И чтобы он знал, когда я испугалась, я даже кольцо обручальное сняла. А чтоб был маньяк, был менее злой, я налила нам уже по второй. И те слова... Что мне мать говорила, я маньяку точь-в-точь повторила. Когда силы нет уже сопротивляться, нужно расслабиться и просто отдаться. Да. Запишите себе, да. При этих словах маньяк очень напрягся. Чувствую, сейчас вот начнет домогаться. Чтобы пресечь это грязное дело,
Я резко на полку к нему пересела. В глазах, увидав его долю сомнений, я пересела к нему на колени. Ты, паренек, убежать не пытайся. Раз уж надумал, давай, домогайся. И что, он прям начал тебя домогаться? Да не помню, кто первый полез целоваться. Маньяк почему-то начал брыкаться, руками махать, кричать и кусаться. Истерики эти меня не пугали. Меня так и раньше все домогались. Маньяк запыхтел, застонал, закричал. На помощь ему, твою мать, проводник прибежал. И что? Что-что? Честно, не ждала такого вмешательства в процесс моего меня домогательства. Представь, внезапно открылась дверь, тут я в неглиже, подо мной этот зверь. Стоит проводник, наблюдающий драму, наносит под люка душевную травму. Я мельком взглянула на проводника. И что поняла? В паре работают два маньяка. Да. Да. Ой. Потом проводник начал громко ругаться. Вот так он решил меня домогаться. Кто главный в купе, я ему показала. Свободной рукой у штаны с него сняла. И грозно сказала: «А ну-ка, приятель, показывай тете свой домогатель!» Он поначалу кричал и стеснялся, в конечном итоге и он домогался. Ой, да. В купе я закрылась с тремя маньяками. С Вайнштейном и этими проводниками. Какой кошмар! И не говори. От Фастова ехали мы 20 минут. Меня полвагона пришло домогаться. Батюшка, мент, солдат молодой. И даже с газетами глухонемой. Мужик, дембеля и отряд полицейских. В наручниках. Вот и ж вращенцы. Заставили силой меня одеваться. На станции Сальник пришлось мне сниматься. Все мужики одинаковые. О, тут я с тобой согласна. Короче, к чему это все рассказала? Со мной и раньше такое бывало. Бывало удачней, бывало чуть хуже. Бывало и с мужем, бывало без мужа. Да нет в домогательствах чего-то ужасного. Главное, чтобы было все по согласию. А песенке этой случилось вот так, потому что попался красивый маньяк. Я тоже добавлю, не буду стесняться. Надо уметь, мужики, домогаться. Конфеты, вино, ресторан, лимузины, курорты, кино, бутики, магазины. Колечко, колье, диадема, браслет, шуба до пола, огромный букет. В любви, как и в спорте, надо стараться, и женщина станет сама домогаться. Дизель-шоу. Доброго вечора, ми з Дизель-шоу. Козаки та козачки, приходьте на нові патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. Чекаємо на вас 13, 14 та 15 жовтня у МЦКМ «Жовтневий». Приходьте та відчуйте бойовий гумор. Влучні, як хаймарси, жарти та запальні, як Storm Shadow, зіркові гості. Продовжуємо разом тримати гумористичний фронт та допомагати нашим силам оборони. Разом допоможемо захисникам нашої незалежності. Нехай наші герої відчують вашу підтримку.
Перетворимо жарти на донати, бо сміх подовжує життя, а донати наближають нашу перемогу. Приходьте. Патріотичний гумор та безпеку гарантуємо. Не втомлюємось допомагати нашим героям, бо якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. 13, 14 та 15 жовтня. Нові концерти «Дизель-шоу» у Києві. «Дизель-шоу». Так, мужчина! А нефіг було їсти в п'ятихатках пиріжки. Після санітарної зони відкрию. Там туалеті, там... Та що там? То не поламано, то так задумано, що в дюрку рельси видно. Давай білет. Окей. А, ну ось твоя полка. Я должен залазити наверх? Слухай, де ви такі беретеся? Ну захочеш спати, залізеш. А ні, так сідай внизу і все. Чай, каву будеш? А где у вас кофе-автомат? Перед тобою. Купюроприемник показать? Так що ти будеш? Можна мені капучино? Звісно, можна. От приїдеш в Київ, зайдеш на другий поверх вокзалу і там візьмеш, ясно? Тогда, пожалуйста, кофе натуральний. Одну секундочку. Натурал. Здрасте. Здрасте. Скажите, это вагон первый класс? А, второй класс. Нулевой. Паркинг. Underground. Вот, а под ним the плацкарт. Плацкарт. Ты что, первый раз путешествуешь в украинском поезде? Yes. О, тоді тебе чекають незабываемые впечатления. Считай, что съездил в Диснейленд. Тримай лайфхак. Як то у вас там кажуть. Куди лягати будеш ногами ось сюди, а головою туди, тому що простудишся. Но проводниця сказала, що окно не відкривається. Це магія Укрзалізниці. Вікно забито, але сіпе так, що може винести тебе звідси. Скажіть, я не розумію, зачем нужны верхние полки? Розумієш, The Plotskart – це таке опасне місто, що тут завжди повинні їхати два понятих. А як ти попав в Plotskart? Срочная поездка. Не було білетів ні в касі, ні в інтернеті. Так, ну, треба було у бариг взяти. Чи до провідниці попроситися? Що значить попроситися? Ну, дати їй грошей, щоб поїхати в її купе. Ну, это же коррупция. Ну, купив так купив. Обустраивайся. Что случилось? У нас кто-то врезался, нужно эвакуироваться, что ли? Це ми тронулись. Ты звикай. Потому что за ночь мы еще будем раз пять врезаться. Щось потеряв? Мені нужно зарядити телефон. Где я могу это сделать? А ти куди їдеш? В Київ. Ось в Києві зарядиш. Ну, я видел, в коридорі там есть розетки, там написано только для электробритв. Да, Укрзалізниця думає, що ми ходимо всі з електробритвами. Розговорюємо по ним. СМС-ки відправляємо за булітку і дікусара. У тебе який телефон? Айфон. Я б тобі не советував в ту розетку вставляти айфон.
бо з нього Ховій получиться. Понятно. А какой тут пароль на Wi-Fi? Пароль на Wi-Fi? Диктую. X, Y и перевернутая Z. Сверху смайлик. Какой странный пароль. Угу. Який інтернет, такий пароль. А извините, это что? Это роутер? No router in плацкарт. No. Це радіоточка. О, радіо? А як воно включається? Не трогай! Тому що як включити, понятно, а як виключити, хрен його знає. Здрасте. Забор покрас. Hello. Я вижу, вы не местный. А не хотели бы со мной поменяться? Вон у меня вот там вот нижняя полочка есть. О, нижняя? Да. Спасибо вам большое, вы очень хороший человек. Так, а ну сядь. А ты пішов звідси. Чего? А ну пішов давай. Да ладно, а ну пішов звідси, давай. Ну трусь отсюда. Ты диви на него. А почему вы с ним как с прокаженным? Це хуже, чем прокаженный, це боковушник. Боковушник? Боковушник. Хотів тобі втюхати боковуху біля туалету. А ты уже уши развесил. А что такое боковуха? Боковуха? Ну ты чув про 9 кругов ада? Есть, Данте и Алигьери. Ага, Данте. Вот это вот боковуха возле туалета, вот то 10 круг. А верхняя боковуха, то 11. Почему так холодно здесь? Потому что кондиционер херачит. Зачем? Ведь сейчас не лето уже. Но летом он не работает. У нас так в Укрзалізниці. Зимой херачит, а летом отдыхает. Устает. Там мужчина лежит в коридоре, в проходе. Ему что, плохо? У той без трусів? Не, этому хорошо. Вот коли він проснеться, то нам всім буде плохо. Как можно ехать в таких ужасных условиях? Лучше бы я на автобусе поехал. А ты ездил по нашим автошляхам? Нет. Тогда я бы не робив поспешных выводов. А почему у вас такие ужасные поезда? Це у нас после реформы. После новой реформы? После Столипинской. Так, ну что, давай, поїмо. Тут у мене все є. А тут є вагон-ресторан? Ні, вагон-ресторан, він може і є, але я тобі не советую в ньому кушати, тому що після вагона-ресторана будеш путешествовать в вагоні-туалеті. У нас тут курочка, яички, лучок, так сказати, офіційний запах Укрзалізниці. Давай, бери, налітай. Бухаєш? Нет, в Европе запрещено пить в общественном транспорте. У нас тоже запрещено. Украина – это Европа. Но зачем вы пьете, если запрещено? Ну, ось дивись, зараз люди будут лягать спать, снимать обувь. Вот. А так у тебя хоть какое-то противоядие будет. Давай, по 50. Ну, если будет идти полиция, она же нас оштрафует. Так подиви на цю полицию, лежит, не двигается. Кого он уже оштрафует? А не, шевелится. Правда, не весь, но шевелится. Ну, давай, 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 по 50 и погнали курить в тамбур. Да в тамбуре курить запрещено. То всем запрещено. А нам можно, мы с тобой чай купили.
мужчина з рибою? Ну сядьте біля того, хто розувся. Запах друг друга будете перебивати. Ага. Так, ось ваш чай. Ну, я просил кофе. Я що должна запоминати? Краще соглашайся, потому что будешь спать без матраса, еще и на мокрой серой простыне. Как это связано? Просто поверь. Thank you. Лиз. Так, о, оце тобі. Тримай. А что это? Библия, вночі пригодиться. Зачем? Ну, як зачем? Ти оце познайомився тільки з одною проводницею, а у неї ще сменщиця є. Її лучше не будить. Ой, кажется, я... Что-то я в туалет хочу. Не-не-не, зараз нельзя. Почему? Санитарная зона! Попробуй, засранец. Только попробуй. А что такое санитарная зона? Санитарная зона — это... Короче, краще потерпи. Но если человек очень хочет... Даже если сильно хочет, сиди и терпи. Мы вот так всей Украиной возмущаемся что-то, але сидимо и терпимо. Это у нас не країна, а суцільна санитарна зона. Ну, якщо прямо сильно-сильно хочеться, то даєш проводниці 20 гривень, вона тобі відкриє. Я просто хочу в туалет, я не хочу никому ничего платить за это! Вика! Кто там кричит? Кто это? Ты ее разбудил. Это сменщица, бежи. Куда бежать? Куда угодно, подальше отсюда. Помогите. Я, конечно, могу дать свой презерватив, но он тебе вряд ли поможет. Вика, він же вистрибнув з поїзда! Лично я пригаю з поїзда. Ну його нафіг. Я з вами, я з вами. Дизель-шоу. Блін, Віка, що такий чемодан тяжеленний-то, а? Ну я ж говорила, я їду к мамі. К мамі. Навсегда. Навсегда? Ой, как же я буду без тебя жить-то, Викусенька, я ж с голоду умру. Хотя, с другой стороны, неплохой подарок на 8 марта. Сашка, давай ты поедешь вместе со мной к маме. Я? Ты что? Не поеду. Давай в следующий раз. Ты в прошлый раз говорил в следующий раз, и позапрошлый тоже. Ты не любишь мою маму. Я? Я люблю твою маму, ты что? Я просто хочу по ней соскучиться. Вот. Эта отмазка уже была. Да? Ну, пока тогда. Все, и приедешь, набери меня обязательно. Только маме трубку не давай, я и по голосу ее хочу соскучиться. Все. Саш, а поцеловать жену? Блин, ну ладно. Все. Нет, ну по-другому поцеловать, я же все-таки уезжаю. Ну ты же не навсегда уезжаешь, правильно? Сашка, ну поцелуй свою жену. Викусь, а ну, целуй меня, целуй, мой хорошенький. Ты просто, Викуська, хочешь поиграть со мной, да? Давай быстренько, у нас 3 минутки есть, пока поезд не поехал. Сашка, у меня сюрприз. Какой? Ты тоже едешь к маме. Ты чего, Вика? Вика, нет, ты давай это, быстренько отцепляй меня. А чего это отцеплять? Нет, ты поедешь, 8 марта, еще и 8 марта у моего папы день рождения. Это его проблемы, пускай сам мучается, давай, отцепляй меня. Я сказала, ты едешь и все. Все? Все. Я заболел. Чем это ты, интересно, заболел? У меня короля-теща вирус. Значит так, такой болезни нет. Так что есть, я... есть. Саша, есть, успокойся. Есть, я болею. Что, успокойся. Провожающие вышли. Я провожающий, меня надо выпхнуть отсюда. Не слушайте его, он отбывающий к маме. Вот его билетик. Послушайте, меня вот эта женщина удерживает здесь силой.
Меня ваши извращения не интересуют. Чай покупайте и чух-чухайте здесь на здоровье. А если после чух-чухания захотите покурить в тамбуре, тогда еще и вафли покупайте. Ой, нет, вы неправильно поняли. Я его прицепила, потому что он не хотел ехать к моей мамочке. Вот скотина, а! Девушка, если что, знаете, я его из поезда не выпущу. А если побежит, я его отхлещу мокрым постельным бельем. Понял? Можем его в собачатнике закрыть или у меня в купе до конечной. Я думаю, не стоит. Он будет хорошо себя вести, да? Да-да-да. Я надеюсь. Блин, кого-то она мне напоминает. Орёт постоянно, драться лезет. Маму твою, точно! О, тронулись. Теперь ты никуда не денешься. Как тронулись? Викусь, давай срочно меня отцепляй. У нас же это дома. Утюг я забыл выключить. Вот, точно. Вот этот? Паяльник, которым я утюг паял, там а, и это. А, вот этот? Пельмени я забыл выключить. Я так понимаю, вот эти? Обогреватель не выключил я. Мне его тоже доставать? Я думаю, блин, что такой чемодан тяжеленный? Вика! Что? Я писать хочу. А, писать? Это ты хочешь как в прошлый раз смыться через дырку? Ну что, я виноват, что у них окно не открывалось? Ну я серьезно писать хочу. Ну хорошо, давай я пойду вместе с тобой. Нет, я с тобой стесняюсь. А, ну тогда проводницу попрошу. Не надо! Все, я перехотел. Что ты вообще паришься? Моя мама будет рада тебя видеть. Она столько всего вкусного наготовила. Сказал, даже нальет любимому зятю. Нальет? Угу. Ну, тогда ты будешь без подарка. Чего? Ну, потому что это и был мой подарок, не пить на 8 марта. Все. Быстро меня отцепляй. Я вспомнил, блин, мне же начальник сказал, обязательно завтра на работу выйти, иначе уволит. А с каких это пор ты работаешь на стадионе? По каком стадионе? А я нашла твои билеты на футбол. Ага. Вика, Вика! Нет, не надо. О, всё, остановка. Я еду. О, слушай, вот это, может, я пока за беляшками смотаюсь? Хочешь, как позапрошлый раз смыться, да? Ну, я не виноват, что беляши далеко продавались. Что ты говоришь? Под пятихатками в 15 километрах от поезда? Чай, кофе. Слушайте, женщина, а яд у вас есть? Яд? Яда нет. Есть вафли просроченные. Сашка, ну неужели ты так не любишь мою маму, что готов яду выпить? Да я ж не себе. Я маме твоей. Что ж я с пустыми руками приеду? Я ей уже подарок купила. Я нашла твою заначку и все деньги потратила. Быстро, быстро цепляйте меня, вызывайте полицию. Мы посадим ее за ограбление, а вас как соучастницу. А я тебя сейчас вафельным полотенцем побрею. Где? Везде. Вика? Ну и не хочу ехать к твоей маме. Не хочу, не хочу, Сашка, не хочу. Ну ты прям так вообще. Не хочешь? Не хочу. Пожалуйста. Спасибо тебе, Вику. Не за что. Спасибо. Все, не целуй, мы уже прощались. Понял, все, давай, пока. Пока. 3, 2, 1. Ой, а что случилось, Сашенька? А там эта женщина полотенце точит. Это мое купе. Проходите, мужчина. Спасибо, ноги убрал. Спасибо. Да, вот ваше место. Вообще-то, со мной можно тоже было бы повежливее. Я, между прочим, пассажир. Рот закрыл, пассажир. Сегодня такой день. Дамам все можно. Даже сладкое. Если что, я у себя в купе. Спасибо. Да. Ну что ж, попутчики мои хорошие, давайте знакомиться, будем ехать с... Серега? Вика. Сережка, ты что ли? Викуля.
Писаренко. Овчаренко! Бережок она. Да, я замуж вышла. Да? Да. А это мой муж. Не влазит в душ. Боже мой, какой ты юморист. Ты вообще не изменился. Ну, немного подрос. Кстати, везде. Сережа. Может, познакомишь нас с этим персонажем? Да, это Сережа, мой одноклассник, лучший парень в школе, моя первая любовь. Кстати, Сашка, ты ж хотел свалить? Так вали. Никуда я не повалю. Ну ты же хотел за беляшом сбегать. Беги! Я не буду есть беляши, пока тут какой-то чебурек сидит. Извините, ради бога, я не представился. Очень приятно. Сергей. Александр. Александр, а чё ты так надулся-то? Я не надулся, я всегда такой. Как тебе с мужем повезло? Ну. Высокий, подкачанный, стройный. Теща, наверное, без ума от него. Мама уже забыла, как он выглядит. А вот если я случайно привезу тебя, она будет очень рада. Ты чего это? Мама меня любит. С чего ты взял? Ты сама говорила, бьет, значит, любит. Она меня так дубасит. Кстати, как поживает Маргарита Павловна? Ой, кто? Ты помнишь, как ее зовут? Сашка даже не помнит. Знаешь, мама очень хорошо вспоминает постоянно о тебе. Помнишь, как она пыталась нас поженить? О, чё ж я тогда так попал-то, а? Саша, ты ж хотел в туалет. Так иди в туалет. Вика, я могу и здесь сходить. Это плацкартный вагон. Расскажи вообще, что ты едешь к нам в город? Да понятно чего. Поехал в столицу, посмотрел мороженка, поел на метро, покатался. А сейчас едет домой, к жене, к трем детям. И, наверное, боится на работу опоздать. Ты ж ночной охранник супермаркета. У меня свой бизнес. Ой. Детей с женой не завел. Еду в город проведать маму. Боже, какой мужчина! Маму едет проведать. А что ж на поезде едет, а? На машину не насобирал, да? Устал от одиночества в этом Майбахе. Водитель гонит по параллельной трассе, а я захотел вот в поезде поностальгировать. Ой. И встретил тебя. Вообще-то я ее первый встретил. Ну, после тебя, конечно. Но женился первый я. Сашка, что ты начинаешь? Пойди вообще проветрись. Тут с окна нормально сифонит. Может, тогда мы в вагоне-ресторане проветрим? Да. Нет, нет. Давайте здесь попьем чай. Я услышала слово «чай». Да, пожалуйста, три чая. Пожалуйста. Вам, девушка. И вам, мужчина. А мне? А тебе вафля. Так вот. А что, хороший расклад? Двое на двое? А я стаканы помыла. Билеты проверила. А в туалете нет ёршика. А ты умеешь отшить. Если что, я у себя. Сережка, да. Ты рассказывай вообще, как ты? Да, господи, ну что, как всегда, бизнес. Гоняем жиженый газ из-за океана и собираюсь открывать свою авиакомпанию. Так, Саша, хватит! А так в основном ничего интересного. Остановка 3 минуты, Сергей! Извините, остановка 3 минуты, я на секундочку буквально, простите. Видала? 5 минут с тобой не продержался. Не то, что я. 10 лет с тобой душа в душу. Вот кто герой настоящий. А этот так слабак. О, смотри, побежал по перрону уже. А на его месте должен был быть я, понимаешь? Да футбол... Извините, что заставил ждать. О, вернулся. Прекрасной даме к 8 марта.
дороги. Ой, тюльпаны желтые, мои любимые. И, естественно, спутнику тоже в дорогу. Прошу. Пельмешки, мои любимые! Ой, Сережка, спасибо, так приятно. Ты знаешь, я уже забыла, как это получать цветы. Я помнил, твои любимые желтые. Да, да. Отличный ты парень, Серега! Сашка, а тебя так легко купить. Тебя тоже. Ладно, пойду посмотрю вазу, больницу. Слышишь, Серега? Да. Ну, если мы с тобой уже такие друзья. Скажи честно, у вас с Викой что-то в школе было? Да, брось ты, елки-палки. В школе были совсем сопляки. Ну да. Вика в школе была вообще пацанка. Она и сейчас как мужик. Ты знаешь, если честно, мне кажется, что в вашей семье самый красивый ты. Вот ты обратил внимание, на какой станции я сел? Пополюбовка. Мы пополюбовцы. Вот ты больше кем любишь быть? Стакан или подстаканник? На верхней полке или снизу? Поезд или тоннель? Вика! 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 Ну что, мальчики, вы уже тут подружились? Ну, нет. Сережка, а что ты себе пельмешки не взял? Да, ты знаешь, я сейчас мясо не ем. Я больше фрукты люблю, знаешь. Очень люблю бананы. Вот ты, Саша, любишь бананы. Я больше пива люблю. Uh-huh. Сашка, пенка, побежала! Быстрее в рот бери! Бери, бери, Саша, не стесняйся. Так, я вообще не пью. Бросил. Ты не пьешь? Да, с сегодняшнего дня не пью, все. И вообще, мне надо выйти воздухом подышать. Саша, ты не боишься меня с Сережкой один на один оставлять? А? Нет, уже не боюсь. Пока. Побежал твой. Ага. Цветы покупай. Да. А кому второй букет? Маме, конечно. Сейчас еще тортик найдет где-то. Может даже не сомневаться. Найдем. Слушай, Сережка, спасибо тебе огромное за помощь. Я уже так устала быть мужиком в нашей семье. Я тебя умоляю, в театре еще не такое играть приходилось. А помнишь, я говорила, что ты артистом будешь? Вот наговорила. Да? Так ты теперь обратно домой в Киев? Да нет, съезжу, навещу маму. Mm-hmm. К тому же тут такая дама в поезде. Ой. Мадам, вы больше на верхней полке или снизу любите, а? Ой, Сережка, ловелас, вообще не изменился. Вот, на, это. Сашка, это чего? Это с 8 марта. Это. А второй букет кому? Это второй, ой, нет, не так, это, вот. Это моей любимой маме Маргарите Павловне. Да. Викусь, я вот тут так подумал. Ты знаешь, что любовь — это прекрасное чувство. Да. Особенно, когда любишь ты, а не тебя. А я тебя люблю. Да. Честно, люблю. Слышь, Викусь, а где билеты? Какие билеты? Ну, на футбол. Какой футбол? Сережа! Эй, не-не-не! Дизель-шоу. Доброго вечора, мы с Дизель-шоу.
Козаки та козачки, приходьте на нові патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. Чекаємо на вас 13, 14 та 15 жовтня у МЦКМ «Жовтневий». Приходьте та відчуйте бойовий гумор. Влучні, як хаймарси, жарти та запальні, як Storm Shadow, зіркові гості. Продовжуємо разом тримати гумористичний фронт та допомагати нашим силам оборони. Разом допоможемо захисникам нашої незалежності. Нехай наші герої відчують вашу підтримку. Перетворимо жарти на донати, бо сміх подовжує життя, а донати наближають нашу перемогу. Приходьте, патріотичний гумор та безпеку гарантуємо. Не втомлюємось допомагати нашим героям, бо якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. 13, 14 та 15 жовтня. Нові концерти «Дизель-шоу» у Києві. Дизель-шоу. Алло, Гена? Гена, здорово. Ти прикинь, только що. Сижу на роботі, нічого не делаю. І тут смс-очка приходить з премією. Гена, там стільки нулей, що в одну смс-ку не влезла. Двумя прийшло. Гена, я представляю, если мне зам-заму-зама прийшло такое, то сколько прийшло смс-ок тебе? Шеф сказав, що у нього кредитна карточка вообще треснула после виплат. Так, ну, ладно, давай, Гена, у меня тут поезд. Все, давай, обнимаю. Так, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд, запоздалый. Чому кажуть, що Укрзалізниця не будує нові дороги? Ось нова доріженька. Сніг на колії упав, а зам-зам його прибрав. Дин-дин, уважаемые пассажиры, с першого пути отправляется поезд Киев-Амстердам. Егор Григорьевич, к вам посетители. Я же сказал, у меня санитарная зона, никого не пускать. Его прислало министерство, сказали принять обязательно и ввести в курс дела. Ты черт, давай, запускай. Guten Tag, я Улеман із Германії. Це я бачу. А як звуть? Улеман. Я із Германії, консультант від Deutsche Bahn. Улеман із Deutsche Bahn? Я. Можна я коротко буду тебе називати Улебан? Я. Ну, привіт! Guten Tag. А, ви вже так здороваєтесь. Здрасте. О, слухай, ти якраз вчасно. Я тут мерса в Германії присмотрел, трошки битого, ну, дешевле, чем в салоні. Можеш перегнати? Nein. Я здесь по другому вопросу. Руководство Deutsche Bahn делегирует меня как консультанта. Ваше правительство нанять нас подписать договор на 10 лет о сотрудничестве. Нас консультировать? Я. Лучше бы они цирк Дюсселей для Верховной Рады заказали. Чи для автозаза. А нас что консультировать, я не понимаю. Чтобы уменьшить ваши расходы. Да? И сколько вам за это заплатят? 90 миллионов. Ни хреново уменьшили. Так, ну, слухай, а вас случайно не запрошували консультировать украинское госкино? Nein. Странно, странно. Потому что снимают вроде украинские, а получается жестко немецкие. Вот хотя бы взять Свингеров с Поляковой. Дивися? Nein, не понимаю, о чем вы. Ну, «Королева ночи». Ну, песня ни о чем, конечно, но вдуть хочется. Предлагаю приступить к работе. Ну... У меня к вам есть вопросы. Ну, давай, давай, пару вопросов и по домам. Nein, nein, не пара вопросов. У меня к вам 10 Ого! Тысяч вопросов.
Подожди. Сейчас мне нужно срочно позвонить. Алло, Гена? Гена, тут, слышишь, а что это я занимаюсь этим Улибаном? А, все остальные на больничном? Понятно. Красавчики. Слухай, он тут какие-то питания мне собирается задавать. Может, его по классике в сауну с девочками? А он не по девочкам? Ну, в принципе, после такой премии я могу, конечно. А вот так? Он сюда работать приехал? Ничего себе. Ладно, давай. Ну, добре, попрацюю трохи справочной. Слухаю. Зо, начнем с простых вопросов. Давай. Почему у вас такие большие затраты на обслуживание? На обслуживание? Ты с простого начал. Вот, а ты мне скажи, как вы с государственной структуры выводите гроши в кэш? Никак. Это коррупция. Мы платим налоги. Это, конечно, дуже благородно с вашей стороны. Но у нас тут так не принято. Это традиция. И не я ее придумал, и не мне ее отменять. Давай наступный вопрос. Nicht gut. Почему у вас такие большие залежи угля на складах? Это же замороженные деньги. То зима нас подкосила. Мы ж готовились до минус 20. А тут, бачишь, лето на дворе. Не волнуйся, мы уже дали задание нашим проводникам, они весь цей уголь спалять в вагонах за літо. Где там? Та ти не волнуйся, не парься, ми так завжди робимо. Ну, буде трошки жарче, чим в котлі, ну, нічого страшного. Nicht gut. Что вы делаете, чтобы Укрзалізниця стал прибыльной? Что? Увеличиваем стоимость проезда? Шо? Неправильно. Нужно улучшать качество сервиса, чтобы людям хотелось ездить на поезде. Не-не-не-не-не. За то, чтобы людям хотелось ездить на поезде, отвечает Укравтодор. Nicht gut. Перейдем к вашим секретным разработкам. Давай. Почему у вас в каждом вагоне на окошке висит какой-то занавеска? Це не какой-то занавеска. Це наша национальная забава. Як у москалів лапта. Вот представь себе. Ты ее вставляешь, она выпадает. Ты ее вставляешь, она выпадает. Вставляешь, выпадает. Дивися, а 3 години уже пройшло. Nicht gut. Почему у вас в вагонах до сих пор нет розеток? Во-первых, не во всех. А во-вторых, ну да, тут согласен, конечно. Но ты же не понимаешь, это же система. Тут все взаимоповязано. Вот, например, у людини сів телефон. Ему скучно, он не знает, что делать. Тут дип, занавесочка. І вжик, 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 вжик. О, вже 5 хатки, виходим. Ви істіфаєтесь? Ні, ти що? Як мені розказали, так я тобі і пояснив. Nicht gut. Скажіть, пожалуйста, що таке санітарна зона? То воєнна тайна. Можеш мене катувати, бити, я тобі нічого не скажу. Nicht gut. Переходимо к економічним вопросам. А до цього які були? У вашій компанії слишком большой расход на персонал. Потому що люди – то наше все, то наше багатство. Nein. Ви должны сократить 50% людей в этом году и 30% людей в следующем году. Ти, Улибан, поосторожніше. Со своими сокращениями. Люди зараз на взводе. Им только за газ приходит по 2 платежки. А ты сокращение. Ты что? Нельзя. Но иначе компания может обанкротиться, и они все равно окажутся на улице. Да и хрен с ними. Даже вы. Навіть я? Я. Це аргумент. Так, а ну давай сідай. Подивимось, хто там у нас лишній, так сказати. Вот, що це за 1000 чоловіків?
Це... А, то ті, стукачі. Хто? Ну, тук-тукери. Ну, ходять з такими длинними молоточками по перрону. Тук-тук, 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 тук-тук. Що вони шукають, ніхто не знає. Ну, їм нравиться. Я думаю, їх можна сократити перфами. Ти що, нельзя, ні в коєм случае. Ти представляєш, якщо сократити 1000 отморожених чоловік? Вони ж рельси просто розворують к чортовій матері. Ні-ні-ні, ти їх не трогай вообще. Дальше. Почему у вас такой большой штат кассиров? Какой большой? Вот. Ни хрена себе. А у вас что, меньше? У нас давным-давно все билеты можно купить в интернете. Да? Или в автомате. Кондукторы в некоторые поезда даже не заходят, потому что люди честно покупают билеты. Не-не-не, у нас вся схема не спрацює. Ты, как только таке введешь, на следующий день Укрзалізниця банкрот. Все. А что это за люди с пометкой «не уфольнять никогда»? Тю, ты шо? То ж депутатская касса. Кто? Тоже нельзя увольнять, начнут воровать? Не, они уже обслуговывают тех, кто накрал. Понимаешь? Ну, ты... У вас что, депутаты в обычных кассах скупляются? Конечно. Слухай, давай лично просьба. Депутатские кассы не трожь. Давай, потом зачтемся. Следующий, следующий. Так-то у меня главный вопрос. Давай. Кто эти люди, которые получают 90% всего зарплатного фонда? Ты что, вообще улибан не понимаешь? Тут такие люди, что на них вся система тримается. Ты их убери, и все, вся схема порушится. И что они делать? Что, ну они... Сейчас, секундочку. Гена, слухай, тут він мені такі питання ставить, давай помагай. Ти що робиш? Не, не зараз, я слышу, що ти в туалеті. Я имею в виду офіційно. Закупки, тендери, откати? Так що вони роблять? Люди працюють. Люди працюють. Давай так, бартер. Ти цих людей не трогаєш, а у цих от стукачей нахрен з пляжа. Найн, вам нужны реформи. К 2025 году вы должны перейти на скоростные поезда с сидячими местами. Вообще без проблем. Мы в купейных вагонах снимаем двери, ставим лавочки, там 15 человек сядет. И все, мы готовы. Найн, найн, найн. Комфортабельные высокоскоростные поезда. Високоскоростные? Я. Ти маєш на увазі, що, до 90 км? Найн. Що, 100? 200. Ти що? 250. Улі, Улі, що ти таке кажеш? Ви що, нас повбивати всіх хочете тут? А чому? Та потому що, якщо наш поїзд розженеться до сотні, чай просто в окно випригує. Занавеска грає сама собою. А якщо якийсь п'яний улібан, ну, в смысле, не ти, а там, із наших, дьорни стоп-кран, то проводниця з одного туалета перелетить в другий за 2 секунди. Ти що? Поймите, ми хочемо вам помочь. Не надо нам помагати. Я хорошо знаю историю. Каждого раза, когда немцы нам помогают, мы получаем трындюлей от москалей. В этой системе нужно все поменять. В нашей стране все работает по принципу «работай ради клиента». А тут працює не чипай. Понимаешь? Такая страна. Так, и все-таки давайте вернемся к спискам. Давайте. С нового года нужно набрать новый персонал. Что значит новый? А старый куда? Куда передовиков? Кафо? Ты что, не знаешь? А ну, Танюшу, пришли мне. Зараз я тебе познакомлю. Это Танюша, наша проводница, передовиця, рекордсменка Укрзалізниці. Одного разу собрала вафельних полотенець більше, ніж роздала. Чай 10, вафлі 20.
А если я не хочу чай? Да я кого-то спрашиваю. Танюша, знаемся, это Улебан. Я вижу. Не, он приехал консультировать нас из Германии. Ты была в Германии? Только дед. Вы не звертайте увагу. Она только из рейсу. Трое суток в плацкарте, поэтому она еще чувствует себя хозяйкой. Das ist kaputt. Чего? Das ist auf Katastrophe. Так не может выглядеть проводник. Проводник – это лицо компании. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist класс. Підбирав по своєму образу і подобію. Nein. Чого? Проводник должен выглядеть так. Встречайте, эталонный проводник Deutsche Bahn, Грета. Грета, bitte. А что ты лыбишься, как будто весь чай продала? Я вибачаюся, що оце отака от Грета буде ходити по нашому поїзду і заспокоювати заробітчан, які бухають з 6-ї вечора. Я. І як це вона зробить? Грета, піте. Я посмотрю на часи, скажу: ай-яй-яй, як поздно, ложитесь в кровать. Та ти скоріше до них сама в постіль ляжеш, ніж вони заспокоїться. Танюша? Я продам їм баклажку теплого сьомного пива. Вони полірнуть, і через 15 минут в вагоні повна тишина. О, професіонал. Сразу а що ви будете делать, якщо у кого-то із пасажир заболел голова? А що Грета буде ріяти? Грета? У мене є аптечка. Танюша? А если он мне понравился, то мне пофигу. Болит у него голова, не болит. Будет мой, и ночь будет горячей. Да, как в прошлый понедельник, да. Entschuldigen, но Крета может оказать первую помощь. Сделать искусственное дыхание, массаж сердца. Та, Танюша может с утра принести бутылочку холодного пивка. А это круче, чем твой массаж сердца. Вот давайте я смоделирую ситуацию, да? Вот поезд только что тронулся, и вы замечаете, что по перрону бежит пассажир с чемоданами, да? И вот ваши действия. Ну? Я пассажир. Вы пассажир, я да? Я пассажир. Да. Ага. Я попросить начальник поезда остановить поезд и помочь пассажиру подняться в поезд. Класс. Танюша? Поедешь на следующем! Це Укрзалізниця! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Это катастрофа! Чого? Тут реформи не помогут! Грета, собирайся, мы уезжать в Германию! Ты на поезде, чи на самолете, чи на машине? Конечно, на поезде. А билеты купил? Найн. Ти що, білетів вже два місяці як нема. Підійдеш в депутатську касу і скажеш, що ти від Гіани. Поняв? Найн, це корупція. Ми пішком пойдемо. Так. Крета. Куди пішком? А як же ж ви дійдете до Германії пішком? Нічого. Мой дід дійшов, і вони дійдуть. Танюша! Пойдемо. Так, вроде наше, все. Все, это пришли, наше, отлично. Да. Ну вот, ну вот и ваше купе. Ага, да. Бабулечка, ну не надо было нас до самого поезда провожать. Как ты теперь домой-то доберешься? Да ладно, что там. 2 часа на автобусе, а потом через лес 8 километров, через кладбище перейду, а там уже по тонкому льду через Днепр вот и иду. Зато еще немного с внуком. А была. Ну, он к тебе еще на каникулы приедет, да? Эх, мало вы были у бабушки. Ничего себе мало.
Мы у вас целый месяц торчали без телевизора и интернета. Месяц? Ой, точно. На блаженную Матрону приехали, на блаженную Агафью уезжаете. Да. Вика, она когда-нибудь нормальным календарем начнет пользоваться? Ой, может быть, уже вас и Лёшку не увижу. Бабушка, ну что ты такое говоришь? Ты в прошлый раз такое говорила. В прошлый раз я на вас обиделась и реально видеть не хотела. А в этот раз чувствую, что кончусь я. Чувствую. Бабулечка, доживите вы 100 лет. Да. Ой, может, останетесь, а? Ну, бабушка, ай. Ну, у вас в городе экология вон какая. Воздух грязный, пробки. И те, что там, еда отравленная. А у нас воздух чистый, пробки только в бутылочках. Еда с огорода. И туалет у вас тоже в огороде. Ну и что? Оставайтесь. У меня скоро день рождения. Когда? У вас в августе. Да сколько там с декабря по август? Бабулечка, ну, да мы приедем к тебе весной. Весной? Да. Ну вот и хорошо. Картошечку посадим вместе. 50 соток всего-то. Ну, мы чуть-чуть позже приедем. Да. В июне? Да, в июне. Ну, да. Хорошо. Колорадских жуков вместе собирать будем. Скорее всего, в августе, на день рождения. На день рождения? Да. Ну и хорошо. Картошечку вместе выкопаем, да? Капец, как она столько событий через одну картошку подвязала, а? Бабулечка, может, ты уже будешь идти, а то опоздаешь на автобус. Ну ладно. Да. Ой, забыла! Что? Свет, газ, что? Я ж вам еды приготовила. С собой. Да зачем? Ну, бабулечка. Как это? И все нормально так. Вот, картошка вареная. Картошка жареная, картошка в мундирах, пюрешечка и драники. Так, что у нас еще? Пирожки вот. Не помню с чем. С картошкой. Нет, вроде с клубникой. С клубникой? Ага. Нет. Фу, он с клубникой, картошкой. Ну куда ж без нее кормилицы-то? Бабушка, хватит, я уже щек не чувствую. Да, провожающие, выходим из вагона. Да, выходим. Давайте, бабушка, уже. Посидим и на дорожку сядем. Да, бабушка, мы что, 2 часа в автобусе не насидели, что ли? Что традиция, давай. Ой. Ну, давайте чаю попьем. Пирожками. Какой чай? Бабушка, вы вообще сегодня собираетесь домой попасть? Да. Ну, иду. Да. Хорошо здесь у вас. Да. А кто у вас четвертый едет в купе? А никто, мы выкупили все купе. Так может, я с вами? Нет, бабушка, ну никак с нами нельзя. У нас там в городе экология плохая, у нас там продукты отравленные, пробки. Вообще это кошмар какой-то. Документы взяли? Взяли. Так, консервацию не забыли? Да, не забыли. Вещи, которые я вам вязала, взяли? Взяли. Так, хорошо. Все. Ой, чуть-чуть не забыла-то, ёлки-палки. Сашка, что? Вот, путь трава. Окропи купе. Так, Вика, икона, помолись 3 раза. Так. Булавочка от глаза на месте. Ну все. Все. Ну все. Давай. Счастливо. Огради святой Никола. Бабушка! Ну все, ну хватит, ну честно. Ну все, ну пошла. Все. Ну пошла. Фу. Слава Богу, поехали. Да. Бабушка, вы зачем на ходу запрыгиваете? Я забыла внуку леденец дать. Бабушка, ну ладно мы, ну люди же в Киев уехать хотят. Да. Ну, никакой благодарности от вас не дождешься. Спасибо, бабушка. Вот один внук у меня хороший, солнышко воспитанное. Ну что, соскучился по бабушке? Бабушка! Что вы орете? Ухожу. Пока, бабушка. Все, пока. Счастливо. Пока, огради, свет. Пойди проверь, вышла она или нет. Да вышла. Да пойди проверь, вышла или не вышла.
Саш, вышла она, вышла. О, вон она на перроне. А. Помоги бабушке. Все. Пока, бабулька. Пока, Клавдия Захаровна. Пока. До свидания. Все, счастливо. Давай. Нас провела, поезд провожать не надо. Блин, хоть бы она в столб не ударилась. Нам же потом выходить. Все, пока-пока. Слышь, она у тебя что, в молодости марафоны бегала, что ли? Да они с дедом до Берлина и обратно вернулись, вот. Капец. Лёшку берегите, картошка его кормите, она без ГМО. Да, пока. У меня такое ощущение, что она просто поезд сейчас руками держит. Мы можем немножко быстрее ехать, а? Саш, ну промзона. Все, пока, бабуль. Ты посмотри на нее, у нее даже отдышки нет никакой, а? Ну так, а что ты хотел? Чистый воздух, деревня, она ж говорит. Все, бабушка! Ой! Все, перрон кончился. Ну все, поехали. Поехали. Все. Ой. Бабушка? Алло, бабулечка! В смысле открыть окно? Саша, открой окно. Бабуля! Бабушка, вы чего? Окна ночью не открывайте! Лёшку простудите! Хорошо, хорошо, бабушка! Все, счастливо, пока! Все, пока! Саш, ну, может, откроешь, а то как-то неудобно, она бежит, а... Ну, ладно. О, вроде отстала, нормально, все. Слава Богу. А я в тот вагон ору! Обогнал Малёха! Бабушка! Слушайте, я у вас очки оставила, очки на столе забыла! Да, сейчас, сейчас! Не кидай, не кидай, разобьешь! В августе привези! Хорошо! В августе! Хорошо, бабушка, привезем! Ага. Все. Все! Все, пока, 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 бабушка! Пока, бабуля! Вот это да! Да капец! Да ладно! А что вы вверх смотрите? Бабушка! Бабуля! А? Ты чего бежишь, бабушка? Да я просто Лёшке в магазин сбегала, шоколадку купила. Фу, черный с орехами, невкусный. Ой, я старая без очков не вижу. Сейчас заменю на молочный. Да не надо! Не надо, бабушка! Господи, фух. Ладно, все, убежала. Ой. Это что, опять она, что ли? Нет, дедушка. А, дедушка? Да, дедушка. Все в порядке, мы в поезде. А бабулька, она где-то под пятихатками уже. Скоро должна будет вернуться домой. Давай, пока. Ты знаешь, я наконец-то понял, почему дедушка так долго живет с бабушкой. Потому что они любят друг друга. Потому что он тупо от нее убежать не смог. Мне с той станции пешком быстрее! Просто дергай стоп-кран быстрее! Да, точно, стоп-кран, сейчас! Бабулечка, сейчас. Держись, давай крепче! Вы стоп-кран дернули? Да, я дернул, там человек за окном! Человек, вы что, бахнули уже, что ли? Какой человек? Да я серьезно вам говорю! Бабушка моя бабушка там! Посмотрите! А что там с мамой? Господи, бабуля! Вот это ваша бабушка? Да, это ваша бабушка. Никак провести нас не может. Все, давайте, бабушка. Все, бабушка, пока. Бабушка, смотрите, сейчас будет станция, и там в обратную сторону скорой будет идти. Я вас проведу. Пойдемте, бабушка. Ага. Консерваторы. Документы. Не забыли. Сняли. Все хорошо. Оградились уже, все. Оградились. Свет, огради, огради, свет. Слушай, ну она у меня, конечно... Это капец. Че ты выглядываешь-то? Да смотрю, где метла из ступа. Ну не могла она так быстро за поездом бежать. Я тебе говорю, наша бабушка – Баба-Яга. Ура! Мы бабушка Баба-Яга! Не говорите глупостей. Саша, ну что ты там смотришь? Она уже в другом поезде. Да вот как-то по полю очень подозрительно быстро УАЗик едет. Ну может кто-то спешит. Может, кто-то и спешит, но этот УАЗик как-то очень быстро приближается к поезду. Дедушка! Дедуля! Деда, ты что делаешь тут?
Где бабка? Бабку посадили на другой поезд, в другую сторону. А, хорошо. Вы не голодные? Нет. Вот. У нас тут 20 тонн картошки. Хорошо. Вот вам под картошечку. Ой. Держи, хороший самогончик. Он на картошечке. Да господи. Спасибо, давай, дед. Счастливо. Все, счастливо. Мама, папа, откуда у моей бабушки и дедушки столько сил и энергии? Ну, вот природа, чистый воздух, ежедневный марафон на велосипеде в магазин и обратно. Сашка, да все, уже успокойся, ну хватит. Да я волнуюсь за нее, как она там, добежала, не добежала, долетела, не долетела. Ой. Все, давайте уже спать. Саша! Да вдруг она прячется где-то? Я уже бояться начинаю. Вот я пойду в туалет, нажму на педальку, а там она. Сашка, причиндалы, простудишь. Ну зачем оно? Ну все, ну успокойся, давайте спать. Ну ладно. Ой, давайте спать. Я уже так устала. Ай, я лучше на другую щечку лягу. Я же говорила, Лёшку застудите! Саша, что ты орёшь? Фу, господи, кошмар приснился. Какой кошмар? Просыпайся, Кис, даём постельку! О, наконец-то мы дома, класс! Так, Лёшка, собирайся давай. Соскучились по бабушке! Бабушка, ты откуда здесь? Да я ж... Помнила, я ж без очков-то не увижу тропинку в лесу. Вот я между вагончиками встала и чух-чух-чух-чух, чух-чух-чух-чух, чух-чух-чух-чух и дочухала к вам. Да пока вы спали, я в Махдаке вам картошечки взяла. Вот по-селянски и вот сри. Фри. Жри. Ну что, все, вас проводила, очки взяла, пошла я домой. Бабучка, ты что, до Калиновки-то далеко. Да что там, к 800 километров-то. Фу. Бабулечка, бабулечка, ладно, ну что вы, оставайтесь уже у нас. Да. Не-не, мне еще свиньям картошки варить надо. Дед у меня голодный, а он лосось любит. Так, стоп. То есть вы месяц нас кормили картошкой, а дед у вас лосось ест? Ну да, от крахмала ж только воротнички стоят. Фух, еле успела. О, Снегурка! Нифига себе, круто! Слышишь, Снегурочка, давайте стишок расскажу, а ты мне подарок дашь. Я вообще-то аниматор, а не проститутка. А какая разница? А, ну да, проститутки дороже. Слышь, так давай, может, а, это? Что это? Я что, просто так вот эту вот всю ночь перед этими пьяными мужиками играла, чтобы потом какой-то пьяный мужик мне вот это вот секс за деньги предлагал? А кто сказал про деньги? Денег нет. Ты подожди, подожди. Сейчас я включу свою харизму. Перегар свой выключи. Да какая ж харизма без перегара? Всем здрасте. О! Какой щекастый малыш, симпатичный. Ой, здесь, с Новым годом. Егорыч! Ой, Серега! Доберешься, телеграфируй! Братан, отлично отпраздновали! Во! Ты это, еще раз извини за то, что я тебя в глаз зарядил пробкой. Да ничего, я ж тебе за это в морду-то дал потом. Да, мы ж кумовья, правильно? Кумовья. Все, следующий год у нас. Заметано, если он наступит, конечно. Давай, давай. Давай, давай.
О, для 2020-го больше вот эта Снегурка подходит. Я вот сейчас не поняла. Я говорю, спасибо вам большое за то, что постели нам постелили. Свежие, вот даже влажные немного. Это я еще за прошлыми засанцами не убрала. Значит так, предупреждаю всех. У меня была хреновая новогодняя ночь. Что? Дед Мороз не принес подарок? Принес. Но потом протрезвел и с поезда сиганул. Прям на ходу. Не, я за подарок, конечно, успела схватить, но он все равно соскользнул. Выходит, что где-то там, в темноте, сейчас бродит грустный Дед Мороз без посоха. Мужчина, а что это тут у вас такое твердое? Чекушка. Будете? Буду. Так, рты закрыли, и всем спать. Девятое купе, все правильно. Так, пятое, шестое, седьмое. Извините, мужчина, но это мое место. Мужчина, я вижу, что вы не спите, у вас глаза открыты. Ну ладно, давай я закрою глаза, а ты рот. Извините, конечно. Я тебя извиняюсь, свободен. Ну это моя полка. А что ты разорался? Что ты разорался? Люди тут после Нового года отдыхают. Ты пришел тут, орешь, вообще охренел. Я все понимаю, с Новым годом, с новым счастьем. С Новым годом, с новым счастьем. Но вы на моем месте. На твоем месте я бы свалил отсюда. И побыстрее, давай, иди. В таком случае, мужчина, вы, конечно, меня снова извините, но мне придется на вас жаловаться. Подожди. Вот. Так бы и сразу. Давай, жалуйся. Хорошо. Проводница! Проводница! Ты чего орешь? Людям переспать мешаешь, а? У меня там еще один Дед Мороз наклюнулся. Если и он соскользнет, его место займешь ты, понял? Не, ну извините, по билету это мое место. По билету это, а приключения найдешь на другое, понял? Странный у него какой-то фетиш на Дедов Морозов. Ага. Алло, сел. Сел, говорю. Я говорю, сел. Здесь связь плохая. Говорю, сел. Сел, говорю. Сел, говорю. Сел я. Сел, говорю. Мужик, ты у меня сейчас ляжешь. А куда я лягу? Твои проблемы. Вы мое место заняли. Пошел вон сюда. Алло. Перезвоню. Здесь связь прерывается. Связь прерывается, говорю. Связь прерывается здесь. Прерывается связь! Прерывается! У тебя сейчас жизнь прервется, скотина! Я перезвоню. Мужчина, ну уходите. Ну, имейте совесть. Совесть? Это ты имей совесть! Пришел тут после Нового года! Ходит всем, мешает! Трезвый! Фу, позор! Вы, конечно, извините меня, но я не обязан праздновать все праздники подряд. Я вот Рождество люблю. Слышь, я тебя сейчас так ударю, ты до Пасхи не воскреснешь. Слышь, мужик, ты, наверное, иди отсюда, а то он сейчас с тобой сделает то, что я планирую с ней. Ага, прям сейчас разбежалась, вот. Я не позволю с собой так обращаться. А я сейчас к вам зайду и позволю. Я спать, женщина.
Ты что творишь? Вали отсюда! Ну, может, валетом? Чтоб ты мне своими бубнами об спину терся. Давай вали отсюда, валет! Ладно, 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 мужчина. Я все-таки заставлю ее разобраться. Я заставлю. Женщина! Проводница! Проводница! Слышь, ты стукач! Ты если стучишь, стучи ритмично. Ты нам темп сбиваешь. Я понял, понял, понял. Я никогда в жизни не видел такого хамства. В жизни не видел. Выйдешь со мной в Фастове, получишь мастер-класс. Это все из-за вас. Все это из-за вас. Вставайте немедленно. Из-за меня? Да. Ну да, конечно. Это я пришел в 2 часа ночи и мешаю людям спать. Я прошу вас. Вставайте. Вставайте, говорю. Вставайте прямо сейчас. Ну хорошо. Вот. Ну вот, встану я. И куда я лягу? Ну, есть много вариантов. Тамбур, коридор, туалет, в конце концов. Ну, смотри, сколько вариантов. Иди, выбирай любой. Хорошо. Хорошо. Нет. Но это никуда не годится. Никуда. Проводница... Не проводница, а госпожа проводница. Чё надо? Мужчина не встает. Пока у тебя тут не встает, у меня там все упадет. Не нервируй тетю, а то тетя оторвет тебе мотю. Ну, вы мне хотя бы постель дайте, а я уже размещусь где-нибудь. Если бы ты не мешал, постель бы уже давно освободилась и была бы тепленькой для тебя. Спасибо, мне такая не нужна. Тогда спи стоя. Сладкий мой, твоя вафелька уже снимает обертку. Слышь, мужик, давай сделаем так. Смотри, я, значит, сейчас лягу к ней, а ты на мое место. А? Спасибо вам. Да, вот прям вот разбежалась. Пусть вот они сами там внизу и разбираются. Ладно, хорошо. Давай ты ко мне, а он на твое место ляжет. Нет. Блин, ну извини, мужик. Сделал все, что мог. Спасибо вам большое, мужчина. Ай-яй-яй, женщина, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Мужчина, мужчина, ну встаньте, ради бога, ну пожалуйста. Какого бога? Тут нет бога, это плацкарт. Это территория дьявола. Если ты будешь тут орать, он опять придет. Точнее, она. Ну, хорошо. В таком случае я вынужден жаловаться начальнику поезда. Начальник! Начальник! Это... Я начальник поезда. Что случилось? Ой, здравствуйте. Здесь такая ситуация, понимаете, вот он спит на моем месте. Так. И что? А я купил билет, вот. Так. И что? А он спит, а должен спать я. Так. И что? Ну как это что? Я не могу его прогнать, он большой. Так. И что? Ну это что? Я что, вынужден стоя ехать, что ли? А он лежа, что ли, да? Так получается? Так. А что не так? Как то, что не так. Вы начальник поезда, вы и разберитесь. Послушайте, на самом деле все очень просто. Я занял ее место. Она заняла его место. Он занял его место, а он занял ваше место. Так.
И что? И все. Вы извините, пожалуйста, а почему все они на своих местах? А вы что, забыли, в какой стране вы живете? У нас всегда все не на своих местах, человек. Ой, ну хоть это место освободилось, вещи положу. Вы чего? Где проводница? Там. Прикольно. Проводница этим только что. С Дедами Морозами занимается. Капец. И, видать, кто-то в детстве подарок не додарил. Серега? Да. А что ты тут делаешь? Знаешь, я сам не понимаю, что здесь происходит. Последнее, что помню, тебя проводил, потом проводница и туман. Это хорошо, что ты ничего не помнишь. Ложись, утро вечера батунее. Где он? Где он, где этот мужик? Пробегал? Дед Мороз, ты давай это, вставай! Вставай, я говорю, вставай! Слабенькие какие-то Деда Морозы-то пошли, а? Все лишь на 8-й вафельке сломался. Устал, видите ли, а? Женщина, теперь он занял мое место. А теперь ты займешь его место. Делать нечего. 3 минуты ужаса, а потом хоть высплюсь. Наивный. 3 минуты. Киев закрыли. Локдаун. Поезда не принимают. Так что будем ездить по кругу до 25 января. Высыпайся, хомячок, высыпайся! Дизель-шоу.